Демократия. Порог многих стран мира. Ложное представление о том, что это средство контроля власти. Но, увы, те, у кого есть власть, совершенно иного мнения. Власть – это контроль. И чем больше у тебя власти, тем сильнее твой контроль. Только представь себе, на что способен человек, у которого в руках вся страна? Каких целей он может достичь, если превратит демократию в личное средство контроля над всем? Мы потеряли контроль над порядком. И нас недостаточно, чтобы справляться со своими обязанностями. Люди ежедневно погибают там. Брошенные. Которые никому ничего не сделали. Сформируйте отряды специального назначения. Никто не должен знать о том, чем они занимаются, кто в них состоит и что они сделали для того, чтобы жители штата поверили в нас, в нашу силу, верность и несокрушимую мощь.